Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам рассказать еще одну практику, которая может помочь вам сгармонизировать отношения со своими родителями. Я обращаюсь к своей душе и прошу поставить передо мной папу или маму. Обращаемся к ним. Папочка или мамочка, я очень люблю тебя. И хочу на каждом вдохе забрать все претензии к тебе, всю ненависть, злость, обиды, возможно, какие-то огорчения, которые причинил вам родитель в свое время. Ну, все мы проходим свои уроки, да? Забираю на свое физическое тело, а взамен посылаю свет любви своего божественного сердца и благодарю тебя за то, что ты помог мне проявиться в этом мире. И мы таким образом наполняем пространство наших родителей нашей любовью и благодарностью за жизнь, помогая нашим родителям тоже трансформироваться и меняться. Ведь это души, которые пришли для того, чтобы нас воспитывать. Поэтому пробуйте. Пишите в комментариях, как у вас получилось. Рада быть вам полезной. Всем пока!